идеология. Это система взглядов и представлений о том, если говорить просто, что такое хорошо для общества и социума, а что такое плохо, и что надо делать, чтобы стало хорошо. Причем социум может быть разным. Если мы говорим о государственной идеологии, то это весь народ. И система взглядов, что для него хорошо, а что для него плохо в данный момент, есть государственная идеология. Если мы говорим о идеологии какой-то партийной, то это представление о том, что хорошо для того электората, интересы которого представляет эта партия. Если мы говорим о еще более узкой идеологии, идеологии, скажем, какой-то религиозной группы, можно еще судить, может быть, идеология может быть какого-то вообще класса, который, класс, я имею в виду не общественного класса, а школьного там, или студенческой группы, которая вот для себя выработала свою идеологию. Итак, повторюсь, идеология – это система взглядов и представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо для социума, который выражает это, которому служит эта идеология. Я, эта формулировка очень простая, она, если хотите, моя. Учебник вы найдете более сложный, но если вдуматься, то все равно вы придете к этому. И вот идеология – это вот такой вот огромный кит, да, на котором, собственно, которому служит пропаганда. И мы все, поскольку мы все договорились с вами, протестов я ни у кого не слышала, мы все работаем в области идеологии. И, соответственно, так или иначе занимаемся пропагандой. Потому что пропаганда – это инструмент. Вообще слово «пропаганда» происходит от греческого «пропага», то есть «распространяю». То есть пропаганда – это продвижение вот этих всех самых взглядов и представлений в общественное сознание. То есть, условно говоря, к власти приходит какая-то партия, у которой есть своя идеология. Что должна сделать партия? Партия должна продвинуть свои идеи как можно большее количество людей, как можно глубже их внедрить в общественное сознание. И вот этому служит пропаганда, да? То есть так или иначе, когда мы пишем что-то о наших политических взглядах нашей партии или там, не нашей партии, мы занимаемся пропагандой, мы продвигаем идеологию в общественное сознание, в массы. И, наконец, политтехнология – это, собственно, технология, это совокупность приемов и методов, которыми осуществляется в том числе и пропаганда. То есть, еще раз и последний, да, у нас есть огромный тип, который называется идеология, это совокупность взглядов, представлений о том, что такое хорошо, что такое плохо для определенного социума. У нас есть пропаганда, это способ продвинуть эти взгляды в общественное сознание. И, наконец, у нас есть политтехнология, как низшая ступень пропаганды, которая из себя представляет совокупность приемов и методов продвижения этих самых взглядов. Понятно, Светлана?